Выставка «Мир блестящих фантазий», представленная творческой студией «Зато Озерного», отправилась в Валдай. Работы воспитанников народного самодеятельного коллектива «Блестящий» была представлена картинами, эскизами платьев и, конечно, костюмами, которые воспитанницы создают сами под руководством педагогов. На открытии побывала съемочная группа телеканала «Озерный Инкомсеть». Валдайский дом народного творчества с радушием распахнул двери для посетителей. Выставка «Мир блестящих фантазий», покорившая дверь своим многообразием образов и направлений в творчестве, теперь в Валдае. Эта выставка называется «Гардероб Мельпомены», богини театров. И там, наряду с работами ведущих тверских и области театров, представлены наши костюмы. Это очень приятно, потому что их представлено очень много, и они очень нравятся, они очень восхищают жителей Твери. Выставка добрая, выставка сказочная, выставка наполнена детской фантазией, мечтами, таким творческим воображением, и я думаю, что она очень хорошую такую положительную энергетику и очень положительные эмоции будет вызывать у зрителей. На выставке представлены одни из лучших коллекций костюмов «Тверские козочки», «Весна красна», «Иван Купала». Помимо самих костюмов, посетители могли увидеть эскизы будущих произведений искусства, иначе эти наряды не назвать. Также здесь имеются картины воспитанниц, исполненные в разных техниках, в том числе и в технике батик. Есть и глиняные фигурки, одно из направлений творческой студии «Гончарное дело». Это направление уже не ново, но оно получает новое развитие, потому что сейчас у нас мы осваиваем новое оборудование, и к тому, что ребята могут лепить сами, добавятся еще всякие интересные механические приспособления. Перед началом выставки гостей и художников приветствовал директор Дома народного творчества Валентина Иванова. Она отметила, что сотрудничество с блестящими уже переросло в разряд долговременных. Выставки здесь проходят с 2006 года. Я думаю, что мы будем сотрудничать и дальше. Но хочу сказать, что действительно каждая выставка все интереснее и интереснее. И ту работу, которую вы проводите, и те формы работы, которые вы используете вот в воспитании детей, в художественном воспитании, они, я думаю, что достойны каких-то вот показательных таких выступлений, что мы сегодня и увидим. Открытие выставки прошло в творческой атмосфере. Коллектив подготовил красочные номера для посетителей, продемонстрировав несколько нарядов из коллекции. Также принимали участие в открытии валдайские звездочки, народный коллектив «Кудерки». Они исполнили песни и танцы. Несколько раз мы смотрели программы из «Выползла», да, и девочки хорошо ходили. Просто решили, так сказать, с ответным словом выступить. Маленький музыкальный подарок. Нам очень понравилась выставка, и всем, кто приходит, очень нравится здесь, потому что как-то вот все так светло, солнечно, позитивно, что называется. И очень приятно ходить по залам и водить здесь группы. На протяжении месяца выставка работ воспитанников коллектива «Блестящий» будет радовать посетителей. Окунуться в мир фантазии может каждый и найти здесь что-то на свой вкус. Гости смогут оценить смелость художников и необычные техники исполнения, удивительный творческий полет и любовь юных талантов к своему делу.